Всем привет! Привет! О наушниках. Мы сейчас едем с больницы. Короче, разговаривали с врачом, с анестезистом. Пока не это самое, не получилось, его не было. Придется завтра ехать. И послезавтра, в среду, операция. Три раза сюда мотаться, три раза. Но завтра хорошо, у нас Льюис это час у школы, я их заберу за море, мы сразу же сюда, тут совсем рядом. Не надо будет домой ехать, потом опять сюда, оно все в одном городе. Вот. Ну, врач посмотрел, все хорошо выглядит вот на левой руке. Этот шов, который он в среду последнюю спицу вытащил, наш врач. И этот больницы сейчас врач посмотрел, говорит, все хорошо выглядит, отлично, говорит. Теперь останется в среду операцию. Завтра поедем специально только с анестезистом разговаривать. И в среду операция будет. Вот такие у нас дела. На улице дождь. Холодно. Всего 8 градусов. Ой. Низко пролетела. Вот сейчас едем домой. Нет, не домой. Сначала мы с ним закупимся. Сейчас немножко там кое-что надо купить. Ну, пару продуктов для дома. Время у нас 10 часов. И потом покушаем. Надо будет что-то на обед сварить. Покушаем. И потом пойду на работу с 3 до 5. Чего я болтаю? С 5 до 8, не с 3 до 5. Было бы хорошо, если бы с 3 до 5. Потом в четверг только на работу. Так что такие у нас новости.